Одно из ярчайших открытий, в принципе, музыкального мира последнего времени, это группа Måneskin, которая выиграла Евровидение и не пропала после этого, а стала, в общем, собирать огромное комьюнити фанатов благодаря своему харизматичному солисту Дамиана, благодаря своему позиционированию, грамотному промо. Короче, ребята вцепились в свой шанс и получают с него максимум. Красавцы. Прям лайк, подписка. И у них недавно вышел хит «I Wanna Be a Slave» с крутым клипом. Мы его обозревали на стриме. В подсказочке будет запись. И они записали его версию с Игги Попом. Если вдруг кто-то сейчас не знает, какой Игги Поп, во-первых, бан. Во-вторых, Игги Поп — это человек, который по своей энергетике, ну, как бы в молодости подходил бы к ребятам из Måneskin. А сейчас это дедушка, глядя на которого, они могут понять, кем они могут стать. Потому что Игги Поп — это чувак, который выглядит... Вот ты видишь Игги Попа, и ты понимаешь, что человек не просто в свое время покатался на машине смерти, он на ней, блядь, на работу ездит и с работы. То есть... Чувак пережил в своей жизни все. Чего стоит история, как Дэвид Боуи и его менеджер ему в наркологическую клинику, где он лежал, как бы, чтобы избавиться от наркотической зависимости, проносили героин. Как бы, понимаете фактуру персонажа. И вот он влетает к Måneskin, я так понимаю, это ремикс будет на I Wanna Be Your Slave. Это аудио без клипа. Жалко, я бы посмотрел на Игги Попа именно в видеоформате с Måneskin, но у них только-только вышел клип на эту песню, поэтому было бы глупо снимать второй. Лучше бы сразу, конечно, в клип затащили Игги Попа, я бы на это посмотрел. Блин, мне кажется, это увеличило бы просмотры очень сильно, потому что в нем есть этот драйв, но наоборот, это дед, который вырос от вот этого вот в Игги Попа. И чтобы там Дамьяна и ребята из Måneskin могли посмотреть на одну из перспектив своего развития. Давайте послушаем. I wanna be your slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like your mom Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your David and you're my Goliath. All right, okay. Because I'm the devil who's searching for redemption, and I'm a lawyer who's searching for redemption. I'm a killer who's searching for redemption. I'm a fucking monster who's searching for redemption. I'm a bad guy who's searching for redemption. Но, надо сказать, Игги Попу на этих строчках верится гораздо больше, чем там 20-летнему Дамиана. Потому что он знает, о чем он читает, он знает, о чем он поет. Мягко говоря. Он все-таки видел некоторое дерьмо, и у него есть это в голосе, и реально ему охотнее верится. Ребята, ну просто Игги Поп как бы заходит на бит с такой интонацией, типа, ребят, то, о чем вы тут песни пишете, это, в общем, моя жизнь. Ща расскажу. Ну и дальше вот это вот все, присядь, недорыпирог. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quieter, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you wanna use me, I could be your puppet. Cause I'm... Бля, как он звучит в этот момент.
У него же связок голосовых нет. Он же вообще вот так это произносит. Только своей прокуренной глоткой луженой. Я так не умею. And if you wanna use me, I could be your puppet. Cause I'm Кажется, дед только что сказал мне, что он будет, что он может быть моим попытом. Звучит заманчиво. Да. Ты получил уникальную возможность потыкать деда. Не, реально, Игги Поп, вот за что я люблю Игги Попа, он абсолютно вот непосредственный в этой своей брутальности и в этой своей животной энергетике. Он просто приходит на концерт, на инструментал, такой, ну как бы, вот мой хуй, вот ваш рот. Взаимодействуйте. Все. У него вот посыл всегда примерно одинаковый. Он прямой, бескомпромиссный и чертовски харизматичный. Такому деду и таблетки не нужны, не помогают. Его не берет. Мне кажется, что у него надпочечники вырабатывают наркотики. Поэтому забейте. Игги Поп, он просто такой. Вот и Игги, Оззи. Это люди, которые не умрут. Они просто однажды вознесутся на небо в ядерном пердеже. Они не люди вообще, в принципе. Вот, ну, люди не могут так жить. Они не могут столько всего выдержать. Для этого надо быть Игги Попом, Оззи Осборном. Поэтому, говоря о них, надо все время выносить их немножко в другую категорию. Игги Поп-ит заказать онлайн. Да-да-да, Игги Поп-ит. Мне кажется, Игги Поп выглядит на их фоне хуже из-за отсутствия голоса и возраста. Пусть тебе так кажется, хорошо. Игги Поп-ит. Бля. Я теперь хочу заказать себе такой. Дед прекрасен, дед просто огонь. О, да. И это великолепно. Спасибо. Это стоило того, чтобы это послушать. Я думаю, что если я буду слушать I Wanna Be A Slave, я буду именно в этой версии слушать. Не оригинал, а именно вот это. Ну, это как ее назвать? Условно, ремикс. Вот я, скорее всего, эту версию буду слушать.